В рамках визита делегации, возглавляемой министром экономики Шахином Мустафаевым в Китайскую Народную Республику, 6 февраля в Пекине состоялся Азербайджан и китайский бизнес-форум. Выступивший на бизнес-форуме министр экономики Шахин Мустафаев сказал, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Китаем. Он заинтересован в расширении сотрудничества с этой страной во всех сферах. Министр подчеркнул, что активный политический диалог между главами наших государств служит крепким фундаментом для развития двусторонних отношений в экономической, гуманитарной и других сферах. Генеральный директор Управления по делам Евразии Министерства коммерции Китая Лю Вэйдонг сказал, что его страна придает особое значение отношениям с Азербайджаном, заинтересована в развитии этих связей. В рамках мероприятия состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между азербайджанской компанией Ice Group Investment и китайской Chamke Co. Ltd. Севда Джафарова, Гумбат Мамедов, Азертач, Пекин.